Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вы знаете наверняка, что не стало телеведущего Михаила Зеленского. Он вел «Вести Москва» с 2001 по 2011 год и прямой эфир программу, которую ведет сейчас Малахов на втором канале. Он вел ее первые два года, потом его сменил Борис Корчевников, ну и потом уже Малахов. Значит, последнее время он работал на телеканале «Культура». Михаил Зеленский умер, как пишут, от инсульта в Доминикане на отдыхе с супругой. Вы знаете, я уже снимал ролик о том, что, ну, мне кажется странным эта смерть. Странной, потому что супруга на следующий день удалила все фотографии у себя в Инстаграм с Зеленским, удалила у него все, а потом и вовсе удалила все Инстаграм, все аккаунты. Мне прислали подписчики, что вот аккаунт не удален, вот он есть, это аккаунт памяти, там чуть больше 1000 было подписчиков, это не его аккаунт. Мне кажется, это действие достаточно странным, я попытался объяснить его для себя какой-то скорбью или, ну, что называется, вот эмоциональным таким поступком. Но вы знаете, все дело в том, что ну, очень сложно даже в отчаянии, да, начать удалять фотографии совместные, аккаунты. Ну, попросту будет не до этого. Я предполагаю, что я уже озвучивал эти мысли, что все те, кто работает на телевидении, ведут новости и так далее, они знают чуть больше, чем мы все. Они, вы знаете, работают, как я предполагаю, по разнарядке. И поэтому, собственно говоря, последнее время Зеленский, как писали, как рассказывал его друг, очень много говорил о том, что он беспокоится за экономическую обстановку в стране, за политическую. И, в общем-то, и целом, конечно, ну, это очень странно. Плюс вдали от дома, многие написали, что в Доминикане хорошая медицина и так далее. Друзья, я был на Кубе, это, конечно, другое, но все равно. Значит, могу сказать, что медицина там очень сильно отстает от той, что есть у нас, конечно. Да, там есть доктора, которые учились в Советском Союзе, там есть какие-то центры, но это в крупных городах, это не в туристических зонах. Из туристической зоны нужно еще доехать, логистика там не так это все развито. Я могу сказать, что, ну вот это все, конечно, очень и очень странно. Плюс ко всему причины смерти. Сначала вообще ничего не сообщалось, потом сообщили, значит, что инсульт, потом сообщили, что у него сердце. То есть совершенно мало что здесь понятно. Плюс ко всему я сегодня прочитал, что вывести тело пока не дают, и это может растянуться на недели. Почему? Потому что для того, чтобы Зеленского вывести из Доминикана, необходимо исключить насильственный фактор смерти. Так и написано. Ну, не знаю, друзья, если уж полиции нужно исключить насильственный фактор смерти, значит, наверное, какие-то могут быть у них основания предполагать, что она может быть насильственной, да? Почему супруга все удалила? Для меня, я узнал, что она блогер, что она... Значит, ну, на YouTube появлялась часто, и у нее есть свой канал, насколько я понимаю. Но мне кажется, человек в состоянии страха только может начать удалять все фотографии и так далее. То есть это какая-то очень мутная, как мне кажется, история. И вот, друзья, стали известны последние слова Михаила Зеленского. Я знаю, что всегда обращают люди, и я тоже, собственно говоря, особое внимание на такие вещи, потому что последние слова все-таки это какие-то бывают особенные слова. Надежды на встречу не оставляю. Зеленский планировал встретиться со своим другом и выразил надежду, что встреча их состоится очень скоро. Он очень хотел поехать на отдых в Доминикану, очень ждал этого именно со своей супругой. Он считал, что обрел личное счастье в 2018 году. Последний год говорят, что он судился с бывшей женой за, значит, право посещения, право времяпрепровождения со своими двумя дочками. И вот с супругой, с которой они были
в браке на момент поездки в Доминикану, он очень хотел поехать и выражал надежду на встречу с другом после поездки. Кто бы знал, что уже не суждено будет ему встретиться ни с кем. Послушайте, что пишут. 11 января СМИ сообщили о смерти 46-летнего Михаила Зеленского, который скончался во время отдыха в Доминикане. С того момента стали всплывать неприглядные подробности последних нескольких месяцев жизни журналиста и другие детали. Причиной смерти телеведущего на отдыхе с женой в Доминикане стал то ли инсульт, то ли сердце, то ли еще что. Местные врачи не сумели спасти российскую звезду телеэкрана. Его кончина стала шоком для всех. Ну, потому что молодой, талантливый очень, очень такой, знаете, человек. Его, он мало раскрылся на телевидении, как мне кажется. Но было видно, что вот эти склоки, дрязги, прямой эфир, вот это не его вообще. То есть он там вообще никак не вписывался. Он вписался хорошо на культуре. Очень хороший журналист. Ну вот, действительно. Но у нас хорошие журналисты отправляются все в одно место. К сожалению, огромному. Значит, теперь поклонники и коллеги интеллигентного журналиста на протяжении последних суток пишут соболезнования, делятся воспоминаниями, связанными с Зеленским. Я выразил соболезнования, безусловно, близким. Один из товарищей Михаила Владимировича опубликовал последнюю переписку с ним. Николай Сергеев разместил скрин сообщений в своих соцсетях. Судя по всему, Зеленский очень ждал предстоящего отпуска в Доминикане, даже не представляя, что тот станет последним в его жизни. «Коля, спасибо большое за приглашение. К сожалению, не смогу быть. Улетаем на Новый год на моря. Но надежды на встречу не оставляю», – писал Зеленский. «Встретиться друзьям так и не довелось. Сергеев, как и другие коллеги и друзья покойного журналиста, не может поверить в произошедшее. Николай пообещал позже поделиться воспоминаниями о Зеленском». Значит, вот вы видите, собственно говоря, это последние слова Зеленского, который он написал в WhatsApp. «Коля, привет, спасибо большое за приглашение. К сожалению, не сможем быть. Улетаем на Новый год на моря, но надежды на встречи не оставляю». И 16 декабря отвечает ему друг: «Миша, привет, обязательно надо повидаться, дорогой друг», как будто чувствует, что что-то не то. И 2 января Зеленский ему отвечает, последнее сообщение Зеленского: «Коля, дорогой, с днем рождения, новых по душе и сердцу свершений, но главное здоровье и денег побольше». Ну, обычные бытовые поздравления. Значит, между тем появилась новая информация о предстоящих похоронах Зеленского. Пока что неизвестно, когда именно пройдет церемония прощания. Ведь родным журналистам предстоит решить вопрос о транспортировке его тела на родину. Это очень сложный вопрос. Известно уже, что его похоронят на Троекуровском кладбище. Значит, по мнению специалистов, процесс решения вопроса о транспортировке тела покойного журналиста на родину может растянуться на несколько недель. Все из-за того, что необходимо исключить криминальный характер смерти Зеленского. Только тогда можно будет осуществить перевозку тела. Ну вот, друзья, что называется, человек предполагает, а Бог располагает. Да? Поэтому каждую секунду, каждое мгновение, что называется, как говорила любимая мной очень и уважаемая Наталья Бехтерева, «Мементо море», что называется, вроде дождь был, вроде чего-то не получилось, а все-таки день был, как говорила Бехтерева. И, наверное, это неплохо. «Мементо море», что называется. Нужно быть счастливыми здесь и сейчас. Все остальное я уже сказал в других видео. Друзья, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что думаете на сей счет. Здесь и думать-то, в общем-то, наверное, нечего. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Резервный канал Будда Гришна Лайф. И Инстаграм Будда Гришна. Нижнее подчеркивание. Единичка на латинице. На русском Будда Гришна. 3 российских флага. Всем пока, друзья. До встречи.